Богини Олимпа спустились к воспитанникам детского сада номер 30, чтобы поздравить ребят с появлением новой игровой зоны. Территория «Проспорт» стартовала здесь в прошлом году благодаря победе детского сада в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». В прошлом году мы открыли новое инновационное пространство для нашего детского сада и для города. Это территория «Проспорт», которая соединила на своей территории ландшафты знаменитых городов России и самые знаменитые виды спорта. В этом году у нас продолжение площадки. Благодаря социальным инвестициям «Формулы хороших дел» мы открыли спортивную площадку совместно с Всероссийским спортивно-физкультурным комплексом «Готов к труду и обороне». Проект уникален и пока не имеет аналогов в Тобольске. На одной спортивной площадке представлены различные виды спорта, которыми дети могут заниматься с раннего возраста. Футбол, гольф, теннис, волейбол, шахматы и другие. Каждый ребенок может попробовать себя во всех видах спорта и выбрать себе самый интересный. Прыжки в длину, прыжки в высоту. Отжимания. Я приземлилась на руки, на ноги и на попу. Спортивная площадка выше, чем игровая, потому что с помощью ее мы стаем сильными, здоровыми. В этом году площадка расширилась, и играть на ней стало интересней. В этом году мы установили 7 испытательных снарядов, которые помогут нашим детям подготовиться к ГТО. Это линейка для прыжков в длину. Это различные снаряды для сгибания, подтягивания, метания в цель. Поэтому, я думаю, наши дети будут готовы. На площадке могут заниматься не только воспитанники детского сада, но и все желающие. Наталья Китова, Рустам Рузиев, Тобольское время.